Ну, вообще просто трэш, короче. Дай что-нибудь дорогое. Вот, типа такого. Какая-то фигня сыпет вообще просто. Так. Закончилась удача. О! Есть 4 на 10. 1 на 10. Круто. 4. 5 на 2. 4 на 2. 3. 4. Не хватает. Тоже не хватает. 1 на 2. 3. Поясок 21! Привет, всем привет, всем привет, привет, привет. Итак, мы попрем сегодня, у нас новогодняя миссия. Новогодняя миссия. В общем, я хочу очень сильно, короче, ну, то есть хотя бы 19-го, может, 20-го уровня. Ну, скорее всего, 20-го. Посмотрим, сколько по рубинам. В общем, рассчитываю, короче, чуть-чуть потратить. Так что, наверное, пойдем. После чего, как бы второй части этого видео, мы потратимся, мы прокачаемся, выкачаем все, что можно, короче. Посмотрим, сколько увеличатся характеристики. Ну, а пока поехали веселиться. Короче, мелкими, большими, не знаю, что будет. То есть, посмотрим. Если, ну, как бы будет более-менее адекватно падать, то, скорее всего, и нормально пойдет. Ну, два. Так, есть, 17-й. Так, сколько у нас, короче, 440. Первый раз трачу рубины на себя. Дайте потратить хотя бы один раз. Будьте людьми, говорит у нас. Не всегда, короче, трачу. Ну, то есть на себя. Иногда охота. Но не качну. Тем более, короче, и этого не остается. Если не будет хороших падать подарков, то есть, ну... Не даст. Давай, 4 на 10, 15 на 18, короче. Вообще плюсовых, короче, не идет. Итого 200, короче, рубинов слито. Хрена лысого, короче, качнулся. Где, блин, хорошие эти? Два на 10. Где 5 на 10? Где? 270. Короче, полностью один месячный план сливается, ну, 18 уровень. Я говорю, ну, не сильно везет. 18. Так, еще, короче, 250. Блин, один день, короче, остался. Он больше не вернется. Придется, короче, видимо, хотя бы, блядь, 19. Блин, чуть-чуть не хватает. Так, сколько он, короче, сейчас? 205. Робо-диджей уровень 3. Блин, ну не хватает. Нужен, короче, еще один уровень. Но я его не качну. 259, получается, на 19 уровень его просто не хватит. Ну, то есть, если будут вот такие, то, может быть, и хватит. Но, скорее всего, нет. Посмотрим, через 5 часов еще что будет. Эх! Мало, конечно, короче. Но много большие затраты на, получается, на одного робота. Сколько? Это 250 рубинов слито. Ну, много. Много. Ладно, поехали, короче, к прокачке. Ну что, короче, полгода прошло. Получается, последний раз качался я в мае. Ну и сейчас начнем мы, конечно, вообще, ну не отсюда, короче, это я просто показываю. В общем, 157, здесь у нас 490, а качать надо начинать всегда с ядра. То есть это самое главное, основное. То есть он считается, короче, от базы. То есть если база высокая по мощности, ну то есть она прокачивается за счет вот этих двух. То есть поэтому качать надо всегда с ядра. Ну что, посмотрим. А, кстати, да, тут мощность. 499, 386, там. Сейчас посмотрим, короче, как пойдет. Давай, так. Ну и по 70, я не знаю. Короче, я буду сливать все. Ну, то есть... Ну, я очень слабый. Честно, мех, короче, по сравнению с многими, по базе, то есть они все, ну, меня мурыжат, короче, говорят, а, доктор, да ты просто слабый. Ну, да, вот, ну, прям реально слабый, ну, смотри. 70, 70, 70, 70. Это самым, короче, минимальным фигачит. То есть, да, получается, сколько там. Да. Давайте поговорим о погоде. Знаете, в Краснодаре сейчас очень хорошо. У нас, короче, плюс 10. В общем, к нам пришел теплый циклон.
До этого было холодно, у нас как бы снег был, сейчас все растаяло, все уже высохло. Ну, в общем, набухают почки, начинают расти яблоки опять заново. Просто, ну не знаю, ну что говорить, когда собака вот просто в нагло. Ну, блин, по 70, короче, но это будет долго, прям реально долго. Ой, охота, конечно, сразу результат показать. Давай на паузу, наверное, поставлю и посмотрим, короче, конечный результат уже, потому что это, ну, это прям реально долго. Фу, бля. Короче, осталось совсем немного. В общем, итак, ну поехали, короче, добиваем остатки. Ну, блин, я задолбался, короче, тыкать. Итак, ну, все, короче, вот, ну, остатки сливаем. Итак, 175. Итак, мощность ядра 499, 389, короче, общая мощность. Итак, закрываем. Еще раз, 499, 389. Итак, сразу же стало 614. С 300, короче, 614, 259. Ну, то есть, не знаю, насколько, короче, навороченная мощность. Ну, не настолько я, конечно, это. Ну, и поехали, короче, сразу к Шао. Итак, база у нас 87, 52, 34, 85. Ну, то есть, нам, короче, надо по максимуму выкачать. Не база нужна здесь, 87. Так что будем качать, короче, здесь. Посмотрим, насколько, короче, это даст. 86, 87, отлично, 87, так, здесь надо 60-ник, я его никак не могу докачать, короче, надо ловкости на 60 тысяч поднять, но, скорее всего, мне не хватит. Слабо, ловкости базы, короче, не хватает, конкретно очень, 56, наверное, 57, короче, придется оставить, 56, 57, все, 57. Все, и ударка, и пассивка. Тут, слава богу, быстро, короче, все сливается, прям в ноль. Слава богу, по 50, короче. Если так, тысячное, ребят, улучшение 20. И у меня, короче, ничего уже, ну, ничего, короче, не осталось. Так, и еще один, получается. Поехали, короче, на слив. Итак, база 89 на 88. 89, 90, 90. И сюда 90 надо. Короче, надо чуть-чуть поднять талант, конечно. Таланта вообще очень мало. Хотя бы чуть-чуть, но 30 вообще мало. Хотя бы надо тоже 40-ник поднять. 90 есть. 90 есть. 35. Все, сейчас остальное, короче, на силу и живку можно бросать. 38. 39. Все. Еще чуть-чуть. Все, 40. Все, поехали, короче, сюда. Но у меня еще низкое улучшение, меня это вообще очень сильно радует, короче, что, ну, то есть, чем много донатов на уровне, ну, просто очень много, поэтому, ну, то есть, короче, я очень слабый. На 95. Ну все, короче, поехали, значит, сюда. И вот так еще можно вот сюда. Децел осталось совсем. 97. На 97. База 97 200, короче, на 97. Сюда, наверное, вот так. Все, короче, не осталось. Итак, что мы имеем? 900, короче, получается. При 97 базе 930. Так, здесь 57. Характеристики 42 на 42. Здесь 40 базы у меня. Ну, то есть, ну, очень хорошо вообще. И живучесть 97. При этом мех, ребята, стал 646. То есть, ну, был 399. Ну, очень жирней, короче. Атака 477.
Ну, это при низком, короче, получается, 3%. Ну, нормально. Так, не сильно, короче, плохой мех стал. Ну, более-менее такой адекватненький, так скажем. Не сильно страшный, но есть. Ну и все вроде. То есть, теперь, короче, получается, все, что сверху есть. Ну, то есть, все с открытия подарков, которые будут. Сейчас еще здесь буду посливать, если что-то, короче, будет у меня. Вот я сейчас ящики здесь еще пооткрываю, ключи. Ну, то есть, это все, что есть, оно у меня еще останется. И все, опять режим накопления до мая месяца. Я два раза в год, короче, качаюсь. Все остальное время я в режиме накопления. То есть, так что, как-то примерно так. Ну, а сколько у вас мощность меха? Ну, то есть, можете писать. А если вы на 30-м, в обязательном порядке пишите. Мне очень это интересно. Всем счастливо. Качайтесь не так, как я. Сразу говорю, качаюсь я только вот так для Ютуба. Поэтому вы не копите, качайтесь сразу. Всем счастливо.